Ну что, с Богом. Поехали. Стекло нужно почистить. Протереть стекло нужно. Так, Борисовские пруды. Двигаемся с юга на север Москвы. Так, навигатор опять, блин, что ж такое? Навигатор сейчас
подстрою. Нервы. Так, Каширское шоссе. С юга на север. Да. Движение плотное. Несмотря на столь ранний час. Но все равно гораздо лучше, чем было раньше. Сегодня пятница. Самое главное – покинуть Москву.
давненько не сидел за рулем, больше 3 лет. Ладно, покинем Москву. Поговорю. Справа на светофоре метро Кашинская. Да, с движением стало получше, конечно. Более свободно, чем было раньше. Ну, от пробок, наверное, никогда не избавимся. Это будет вечная беда. До тех пор, пока будут так называемые деловые центры в центре Москвы. Это будет утром затруднение в центр, вечером затруднение в область. Нужно переносить деловые центры за пределы МКАДа. С правой стороны строительный рынок, Кашинский двор называется. Варшавское шоссе. Вот с правой стороны
Варшавское шоссе вливается в Каширку. Вот как его назвать, не баран ли? Сузили проезжую полосу, сделали 4. Так, навигатор тащит на третье транспортное кольцо. Выезжаем на ТТК.
третьем кольце движение свободное. По центру Академии наук. Ленинский проспект. На горизонте маячит Москва-Сити. Мы будем проезжать.
Москва-Сити с правой стороны. Москва-Сити во всей красе. Красиво? Разумеется, красиво. Даже спорить глупо. Величественно. Впечатляет. Но, на мой взгляд, не к месту. Сравниваю это Москва-Сити с мужиком, который надел два красивых галстука. Москва сама по себе величественно и красиво. Старинное здание, сооружение. Вот. Москва-Сити тоже впечатляет. Но два красивых галстука. Перебор. Можно было построить за МКАДом где-нибудь. Например, в Новой Москве все это. Что там? Затруднение какое-то. Сужение дороги, ремонт. Поэтому образуется горлышко бутылочное.
сделали, разметку еще не нанесли. Прямо по ходу Останкинская башня. Да, давненько я не ездил по Москве. Так, выезжаем на Ленинградский проспект. Ну, что делает большой груз? На Ленинградском проспекте. Вот с правой стороны овальное сооружение, это стадион «Динамо». Thank you.
Ленинградский проспект закончился. Началось Ленинградское шоссе. На севере Москвы. Центр более интенсивный. На работу едут люди. Сейчас с пробками стало полегче. Стало меньше, но все равно они бывают.
Да, отвык я от руля. Впереди развязка на МКАД. За МКАДом сразу начинаются Химки. Ситуация вот на этой развязке, в этом месте, по-моему, не изменилась, как было раньше. Так и осталось. Подбирал ракурс, вернее, освещенность. Слишком много неба. Ставил другие настройки, но там еще хуже, мне не понравилось. Угол обзора больше, но как рыбий глаз. Картина знакомая. 10 и 20 лет тому назад была такая же фигня. Интересные надписи. Яндекс.Такси — это агрегатор, который выжимает таксистов насухо. За услуги берет 25%, по-моему, процентов.
широко пользуется. Так что таксисту ничего не остается. Солнце в спину. Передвижение на север. Самое муторное — это вырваться из города. А еще лучше — из Центрального федерального округа. Там движение поспокойнее, посвободнее имеется в виду. Так, картина с пробкой в этом месте не изменилась. Такая же была и 20 лет назад. Кто сигналит, кому сигналит.